Нужно всего лишь почувствовать восходящий и нисходящий. Все на самом деле просто. Руна похожа на домик. Крыша. Мы берем вот так и вот так. У нас была вот такая руна. У нас была такая руна. А сейчас просто-напросто вот так. И вот так. Делаем вот так, это крыша. Можно вот так. На каждую чакру. И чувствовать восходящий поток. А можно делать наоборот. И накапливать нисходящий и постепенно опускать на каждую чакру, заполняя все уровни. На самом деле ничего сложного. Сложно — это все ложно. Все, что просто, это по стоять по свету.